Эта хоста называется Nippers. Выведена в 2006 году. У нее средний размер, высота где-то 30-35 сантиметров, в ширину где-то 50-60. Форма роста у нее, я думаю, что не знаю какая, потому что на вазообразно она вообще не тянет, почвопокровная тоже, но она шикарная. Она зеленая, она очень плотная. У нее множество листьев, которые друг к другу просто плотно очень прижаты, потому что эта хоста быстро разрастается. Она у нас сидит на парадном месте. Мы мимо нее постоянно ходим. Она абсолютно всем членам семьи нравится. Муж мой тоже ее очень обожает, несмотря на его критическое отношение к хостам. Что я могу еще сказать? Что цветки у нее красивого, насыщенного лилового цвета. Листья очень интересные, то, что они чашечкой, они тоже могут сохранять себе после дождя воду, и птички подлетают и пьют из этих листьев. Эта хоста может сидеть и на солнце, и в тени. На солнце она, мне кажется, быстрее нарастает, чем в тени. Ну а так это просто замечательное растение из-за того, что у нее такие плотные фактурные листья, она ничем не портится и замечательно всегда выглядит.